Привет, меня зовут Александр Капралов, и сегодня я тебе расскажу о занятиях в условиях улицы. Небольшое отступление в связи с ситуацией, которая сейчас творится в мире. Все сидят дома на карантине, закрывается производство, закрываются залы, закрывается вообще все. Сейчас у нас будут работать только продукты и там какие-то аптеки и прочее. Но несмотря на это, я предлагаю тебе не деградировать дома, сидя за телевизором, не бухать, потому что сейчас продажи всего вот этого деградантного, они возросли. Я тебе советую заняться собой и использовать это время на благо. Заняться своими любимыми делами, заняться вещами, которые ты себе постоянно откладывал, потому что времени у тебя сейчас очень много. Сегодня мы поговорим с тобой о тренировках в условиях улицы. Также еще будет блог о занятиях дома, но он будет немножко позже. Почему именно в условиях улицы? Это один из вариантов, который остается, когда все залы закрыты и мы, скажем так, сидим на карантине. Итак, первый момент, первый плюс занятия на улице. Во-первых, ты разгружаешься. Тренируясь в зале, тренируясь постоянно со штангой, мозг устает. То есть нейронно-мышечная связь, она имеет какой-то свой запас. Соответственно, восстановление необходимо. Занятия со своим весом этому восстановлению способствует. У тебя переключается мозг, то есть работа идет в другом направлении, ты, соответственно, разгружаешься. Это очень немаловажный фактор. Следующий момент. Полное отсутствие осевой нагрузки. Естественно, никакого железа здесь нету, мы работаем только со своим весом, плюс упражнения, основные упражнения, они все на вытяжение напряжения. Здесь осевая нагрузка полностью отсутствует. Третий, следующий немаловажный пункт – это безопасность. Со своим весом травмироваться очень сложно. В основном это происходит, если ты плохо разогрелся или у тебя какая-то крепатура с прошлых тренировочных сессий осталась. То есть разогревайся лучше, травмы тебе не грозят. Четвертый пункт – это ты станешь сильнее. Что я имею в виду под этим? Во-первых, любая смена нагрузки, она влияет крайне положительно. Тело от одной нагрузки отдыхает, к другой привыкает, соответственно, включает свои адаптационные резервы, организм пытается подстроиться под новую нагрузку, и он в любом случае становится сильнее. Тренировки со своим весом также сильно пробивают крупные мышечные группы, как и тренировки с железом. Это немножко разная нагрузка, но слабеет за этот период ты не станешь точно, если будешь следовать моим рекомендациям. Пятый момент, он, кстати, самый важный, потому что большинство людей, к сожалению, ленивы. И гласит он, что площадки, спортивные площадки, очень часто у тебя во дворе. То есть это шаговая доступность до тренировочной зоны. Теперь поговорим о том, что в принципе можно выполнять. Если ты хочешь красивую форму, если ты хочешь быстрое развитие своих силовых, то используй комбинации, суперсеты, это очень важно. Тут получается 4 движения. Как это можно выполнять? 20 отжиманий на брусьях, 20 на первом турнике, 20 на втором, 20 на третьем. Очень большой объем получается, у вас получится здесь 80 движений и, допустим, 3-4 круга. Это уже получается от 240 до, если 4 круга, до 320 движений, и все это наверх тела. То есть вот если вы и продвинутый, и новичок, вам нужно стремиться вот к таким объемам. Если вы очень давно занимаетесь, для вас вот это все, это просто легкая разминка, не вопрос, одеваете дополнительный вес там, 2 гири по 16, здесь работаете 30 раз, здесь по 30 раз. Вам хватит вот так вот, за глаза и за уши, как говорится. Что нужно делать после комбинации? Засекать секундомер, 1,5 минуты и следующее. Чоп-чоп-чоп, прошли 1,5 минуты, следующее. Старайтесь не разбивать подходы нигде, ни здесь, ни тут, ни там. Вот, допустим, вторая комбинация сейчас была. Это подтягивание, потом подтягивание под наклоном. Если этого недостаточно, чувствуешь запас, а после этого можно делать строгие выходы силовые. Это будет очень сложная тема, потому что руки будут забиты. Что можно сделать по количеству? 10 подтягиваний здесь строгих, 10 подтягиваний под наклоном и, допустим, 5 силовых выходов. Если брать схему попроще, то 5 подтягиваний на турнике, 20 подтягиваний на брусьях под наклоном. И, в принципе, достаточно. После этого можно еще на прямых руках повисеть, поднимать колени к груди. Работайте также в 3 подходах, где-то по 1,5-2 максимум минуты отдыха. Ну что, теперь мы займемся с вами прессом, мышцами кора.
И ногами. После забитого верха мы также грузим ноги, чтобы перекачать из рук кровь в ноги. И, соответственно, как бы у тебя получается работает все тело. А с забитыми руками ноги тренировать немножко проще, хоть они и требуют большего количества энергии. Здесь есть одна поправочка. Мы тренируемся сегодня без веса, поэтому так делать можно. Если брать тренировку какую-нибудь в зале, то так, конечно, будет очень тяжело тренироваться. То есть после тяжелых рук тренировать ноги будет очень сложно. Что касается ног, сейчас мы возьмем несколько движений. Я возьму специально самые необычные, самые сложные, а потом возьмем какие-нибудь самые попроще. Опять же, все в режиме сплитов, все в режиме комбинаций. Ну, поехали. Первое упражнение. По 20 раз на каждой ноге. Дальше пистолетики по 10 раз на каждой ноге. И в конце прыжки или выпрыги из низкого седа, я их называю присед узко-широко. У вас сначала узкая постановка ног. Вы выпрыгиваете вверх, приземляетесь в широкую, опять выпрыгиваете в узкую и так далее. Формат такой же, 3 движения делаете подряд, после этого отдыхаете. Отдыхать можно немножко побольше, от ног будет дыхание сбиваться немного сильнее. Ну, даже не немного, а намного сильнее. Сделали, там хотя бы 2 минуты передохнули и еще 2 круга. Все, что я, в принципе, сегодня рассказал, показал, это такой формат физкультуры, но в условиях отсутствия зала, допустим, благодаря этим движениям вы не потеряете в силовых, у вас мышцы будут также в тонусе, плюс ко всему вся вот эта тренировка наверх, опять же, да, жимовая, подтягивание, потом ноги, она у вас займет где-то, ну, минут 30 с учетом разминки. То есть, по сути, получается такой быстрый комплекс, задействующий сразу, ну, все мышечные группы. А это была простая версия, то есть обычные приседания, обычные выпады. 20-20, минута статики в стульчике. Этого вам будет, особенно на начальном этапе, более чем достаточно. Также хочу момент такой сказать, отметить, что занятия со своим весом, даже самые сложные, которые вы здесь делаете, они вас разгружают после работы с железом в зале. И в этот момент, когда залы все закрыты, у вас, допустим, есть какое-то упражнение, которым вы не можете уже давным-давно взять новый вес, вот за этот период отдохните, и когда придете в зал, этот вес вам покорится, потому что центральная нервная система отдохнет, нейронно-мышечная связь восстановится, она восстановится, и уже будет намного проще. Перейдем к мышцам кора, у нас заминка с вами. Сейчас покажу, что можно сделать. Опять же, 2 варианта будет: простой и сложный. Опять же, был сложный вариант, то есть у вас ноги прямые в боковых движениях, то есть они же боковые в упоре на локтях. Но этот сложный вариант еще можно немножко усложнить. Здесь, правда, вам уже понадобится некая растяжка, но пресс очень хорошо пробивает, прям вытягивает, растягивает. Очень хорошее упражнение для декомпрессии спины. Здесь, естественно, уже намного проще. Подъема колени, груди где-то раз на 20 по повторениям. И второе движение, это обычные подъемы на пресс, держась ногами за брусину, примерно, ну, 30-40 повторений. Если вы делаете, кстати, упрощенную версию, я вам советую сделать, ну, где-то 4-5 кругов, чтобы как можно быстрее наработать ту базу, которая вам не дает, которой вам не хватает, чтобы выполнять упражнения намного сложнее. Например, то, что я показал в начале. Ну что, друг, это была тренировка в условиях улицы со своим весом. Мы сейчас все с тобой на карантине, поэтому вариантов посещать зал нету. Но у многих из вас есть, например, какой-то инвентарь дома или какие-то особые условия. На такой момент есть онлайн-тренер Александр Капралов. Он стоит сейчас перед вами. У меня много людей, которые занимались персонально, сейчас ушли на онлайн-работу. Точнее, немного, они все ушли на онлайн-работу. Вот. И сейчас, в принципе, мои онлайн-тренировки, они стали еще востребованнее. Народ сидит дома. И сейчас у тебя, мой друг, очень хороший шанс начать заниматься, получить быстрый результат. Быстро не в том плане, что ты за 2 недели придешь в отличную форму, а в том плане, что тренер для того и нужен, чтобы экономить твое время. Потому что самостоятельно, пока ты будешь изучать огромный пласт информации,
методом проб и ошибок достигать своих поставленных целей, у тебя есть большая вероятность того, что ты сольешься и не дойдешь до конца, банально потому, что столкнешься с травмами, невосстановленностью мышц, непониманием, как чередовать нагрузку и так далее. На такие случаи, на такие моменты и нужен тренер. Он как раз именно поэтому и экономит твое время и сохраняет твое здоровье. Вот. По вопросам персональных онлайн-тренировок пиши мне в директ, в личные сообщения, в Инстаграм. Где-нибудь здесь я укажу ссылку на Инстаграм на свой. Вот. Также хочу сказать, что у меня сейчас идет запуск по домашним онлайн-занятиям. А в моем профиле Инстаграм ты можешь в сторизах посмотреть, как людям заходит. У меня есть отдельный профиль, он вот здесь находится, по отзывам о моей работе персональной, как тренера, как онлайн-тренера.